Более тысячи жителей Подмосковья в настоящий момент получают дополнительное профобразование в рамках национального проекта «Демография». Среди них мамы дошкольников и находящиеся в декрете. Пройти бесплатные курсы также могут предпенсионеры, безработные, участники СВО и другие категории граждан. Чтобы стать участником проекта, необходимо зайти на портал «Работа России» и подать заявку. Далее выбрать подходящие образовательные программы. После прохождения обучения выдается официальный документ о квалификации. В 2023 году в рамках нацпроекта завершили подобные курсы уже почти 5000 жителей области.